Поехали! Поехали, поехали. Ходи, посмотри. Круто. Едет Тахо. Да, сдулся, к сожалению, он у нас не из титана. Но и Тахо весит немножко тоже. Он еще постоял какое-то время, подержался, потом... Ну чего, может быть, отъедете уже или так и будем стоять серьезно на него? Давайте посмотрим, он, может, разломался уже. А мы тут радостные смотрим на него. Показываем заказчикам, не зря. А вы переживали? Прочное, качественное. Нам тоже так кажется, что неплохо. Либо вперед, либо назад, но желательно съехать. О, ну вообще, молодец, он еще и покрутил. Недостаточно называется. Хорошо, но недостаточно хорошо. Да. Дави дальше. Все-таки пытаются сломать, потому что желание российского человека сломать, оно непобедимо. Итак, подходим, смотрим. Да, помялся. Да, не из стали. Но дырок в нем не зафиксировано. Но помялся.